У нас сегодня традиционно печальный день, 32-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Я сегодня улетаю, как обычно, на юг страны, в районы, потерпевшие в результате катастрофы на Чернобыльской станции. Прежде всего хочу посмотреть, как идет посевная кампания и как выполняются мои поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Хочу предупредить губернатора и министра сельского хозяйства, здесь вам очки втереть никак не получится. И если мы можем что-то прирезать, как крестьяне говорят, к действующим площадям сельхозназначения, это надо делать в апреле и в мае. Потому что затем заготовка кормов, уборка захлестнет настолько, что вам будет не до распашки дополнительных площадей и приведения их в нормальное состояние.